На внеочередном заседании Рязанской городской думы на повестке стоял единственный вопрос – рассмотреть заявление о добровольном сложении себя полномочий главы администрации Рязани Виталия Артемова. Заявление о своем уходе он направил в аппарат Гордумы еще 28 октября. А сегодня депутаты рассмотрели его просьбу и большинством голосов проголосовали за. Это очень серьезное решение, потому что должность серьезная, уровень работы очень высокий. И, конечно, люди, которые находятся на таком посту, такими решениями не разбрасываются. Мы полагаем, что оно было осознанным, оно было продуманным. И Дума, безусловно, удовлетворила просьбу Виталия Евгеньевича. Самая главная задача, на наш взгляд, это то, чтобы город нормально функционировал, чтобы хозяйственный блок и социальный блок, они работали без сбоев. Преемственность сейчас обеспечивается. Во-первых, заместители продолжают исполнение обязанностей, все начальники управлений, оперативно назначен исполняющий обязанности главы администрации города Рязани. Поэтому, вот, я считаю, самая главная задача мы сейчас выполняем. Бывший сити-менеджер Виталий Артемов причиной своего добровольного ухода называет семейные обстоятельства. Дальнейший план второго – написать, во-первых, заявление на отгул, на 4 число второго съездить отдохнуть на 2 недели, а потом приехать в город и определяться с дальнейшим планом. То есть еще пока не знаете? Нет, совсем ничего не определился. Было личное решение, семейное решение. Мы с семьей это обсуждали. Наверное, Надежда Николаевна Чумакова задала такую планку. Ну, и всю жизнь положила, и всю свою семью, у нее даже не было семьи, для служения городу. И, наверное, та планка, которую не достигнет еще никто, наверное, найдется тот глава, который сможет это сделать. Мне кажется, наша команда постаралась сделать, ну, что-то, что можно было это сделать в тех условиях, которые есть. Ну, я думаю, 10%, что можно, надо было бы сделать для города Рязани. Временно исполнять обязанности главы администрации будет Светлана Горячкина. Такое решение приняли депутаты. А уже на следующем заседании Рязанской городской думы начнутся процедуры для проведения конкурса на замещение вакантной должности главы город администрации.